У этой обычной девочки очень необычное хобби. Она увлекается суккулентами. Согласитесь, звучит круто. Знать бы еще, что это такое. А она нам сейчас сама обо всем этом расскажет. Встречайте, Полина Польская! Прошу, Полиночка. Привет! Здравствуйте! Ну ты красотка, а? Спасибо. А косы-то у тебя какие? Спасибо. Я хотел сегодня такие же себе сделать, но мне сказали, не пойдет мне. Откуда ты приехала к нам? Я приехала из города Белгорода. Скажи, Полин, тебе сколько лет? 8. Как жизнь складывается у 8-летней девочки? Нормально. Ты довольна жизнью, вот вообще скажи? Да. Чего не хватает? Мне не хватает младшей сестры. Это не мне намек, я думаю. А ты сейчас одна в семье или есть еще кто-то? Нет, есть младший брат. Он тебя не очень устраивает, да? Ну, он хорошенький, но я бы хотела сестричку. А сколько лет брату? 4 месяца. Это он? Выглядит на год вообще. А как родителей зовут? Познакомимся, папа, давай. Папа Дима, мама Алина и тетя Нина. Алина, Дима, Нина, здравствуйте. Алин, ну что, будет дочка у нас еще? Ну как Бог даст, мы бы хотели. Дима-то доволен Мишей, я думаю. Конечно. Да. А Полина у нас спортсмен, занимается спортивными танцами, поэтому... О! Ну-ка, расскажи, Полин. Я занимаюсь спортивно-современными танцами, эстрадные танцы с акробатическими элементами. Ого. Полин, давай обратимся к твоему увлечению. Скажи, что такое суккуленты? Суккуленты, что такое? В переводе с латинского языка слово «суккус» обозначает слово «сок», то есть та жидкость, которую накапливает в своих листьях суккуленты. Ну вот, допустим, возьмем алоэ. Его можно 7 лет не поливать, оно будет расти, будут детки у нее, ну... А ты сейчас в кандидатской готовишься? Нет. А почему именно суккуленты-то? Не знаю, просто вообще они красивые. Начала ими заниматься моя мама. И мне тоже они понравились, я тоже захотела их. Там, а посадить, изучить. И сколько у тебя этих суккулентов уже? Более 80 видов. О-о-о. А где-то ты живешь в квартире? Нет, в доме. А, и они там все помещаются, да? Да. Им нужно 2 условия. Это редкий полив 1 раз в 2-3 недели и много света. А когда ты вот вырастешь, ты тоже будешь заниматься суккулентами? Вообще, я планирую стать химиком. И Миша тоже. Полин, а вот химики, они чем занимаются? Ну, ты выучишься на химиках. Они химичат. Ну, а что ты будешь химичить, я имею в виду? Я буду химичить с тетрабаратом натрием. Это жидкость такая. И я делаю из нее всяких лизунов. Каких лизунов? Лизуны — это по-другому антистресс. Их жамкаешь, 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 и стресс проходит. Сколько нового я узнаю от тебя сегодня. Давай сейчас посмотрим на твои экспонаты. Давайте. Мы отправляемся на выставку работ Полины Польской. Полина, я вижу такую красоту. Ты высаживаешь такие композиции целые, да? Ну вот страус, это, наверное, Австралия какая-нибудь? Ну, а вон... Африка, может быть, какая-нибудь. Африка, да. А вот динозавр, да? Может быть, время, прошлое время как-нибудь. Слушай, ну очень красиво. А что-то более сложное можно собрать из этих суккулентов? Можно собрать ваш портрет. Мне кажется, тебе нужна помощница. Тебе с радостью поможет очаровательная, женственная красавица, автор потрясающей музыки, а как поет Ирина Дубцова! Привет! Здравствуйте! Привет! Привет, Ирочка! Привет, дорогая! Я не могла прийти к тебе без подарка. Тем более, когда мне рассказали,
Какое у тебя потрясающее хобби. Ну что там, а то получается, что популярная Ира Дубцова нам подарила коробку. Твою жизнь, подожди. Ну, мне же интересно. Тебе интересно. Добавить света. Так. Ведь свет так важен для твоих друзей. О! Смотри. Спасибо. Это светильник настоящий. Это самый лампа настоящий. В виде суккулента. Да. Фантастика. Итак, дорогие друзья, сейчас Полина Польская и Ирина Дубцова, кстати, хорошо для эстрадного дуэта звучит красиво. Мы готовы. Соберут мой портрет из суккулентов. Ну, давай, Полин, руководи давай, процессом. Давай, расскажи мне, что нужно делать. Так, давайте сначала выложим волосы из пепероми гравиоленс и из красного маргинальс. Как раз коричневые такие волосы с зеленым отливом. Ага. Давайте. Так, волосы есть. Теперь сделаем нос. Нос из чего? Да внимательно посмотрим на нос. Яйца, из пахифитума яйценосного. Чего? Пахифитум яйценосный. Так. Это такой большой нос у Максима? Нет. Это просто пахифитум такой. Так. Рот. Теперь сделаем. Это самое важное. Это можно сделать из гроздьев рябины. Мой рот? Конечно. Да. Давай, рябиновые рты. Как во сне. Сделаем контур, без разницы, какие растения. Ямочка на подбородке. А каких больше? Маленькие. Надо? Маленькими, вот такими да. Вот. Мне нравится, как вы быстро скооперировались, девушки. Вы уже понимаете, что это контур. Я вообще ничего не понимаю. Максим, тебе впалые скулы сделать? Впалые, пожалуйста. Или щечки впалые. Немножко? Не надо, не надо. Вот, я сейчас впалые тебе такие. О, смотри. Уважаемые поклонники Ирины Дубцовой, видите, как ей нравятся все эти кактусы, алоэ и другие невлаголюбивые растения. Забудьте про эти шикарные букеты из 100 роз. Дарите Ире суккуленты. Да, я за. Напомни, пожалуйста, Полин, как называются вот эти растения, из которых сейчас контур моего лица состоит? Это все разные они. Это гастерия маленькая бородавка. Это у тебя на подбородке бородавка, Максим. Кошмар, так. Это хиверия хармса. Так, еще что тут есть? Это хиверия щетинистая. Тут у тебя щетина, здесь бородавка. Это хиверия жемчужина Нюрнберга. Это хиверия пупузора. Можно вам закрасить лицо. Давай, закрась мне лицо чем? Зелеными седумами и... Как есть? Ну, зелеными суккулентами, кратко говоря. А, без разницы, какое у меня будет лицо, главное, чтобы было зеленое. Ну, давайте, дерзайте. Так. Слушай, красиво, да? Очень красиво. Мне вот эти больше всего нравятся. Вот это как называется? Это седум буррито. Ты никогда с буррито не пела на сцене? Пела. Вот. Надо было позвать его. У него, кстати, причесон модный, вот ему надо такое было бы сделать. А брови будут? Сейчас сделаем. Вот из этих, да? Вот, смотри, да. Брови пошли. Ага. И осталось последнее такое штрих. Мы вам сделаем уши. А, все-таки решилось, да? Это называется Galanchoe tersiflora. Но я его называю ушки слоника, потому что, посмотрите, лист, форма листа похожа на уши слона. А скажи, Полиночка, а вот справа камни какие-то цветные, они нам понадобятся для чего-то? Конечно, это стразы, Максим. А, я думал, это из почек у меня. А что это у меня в глазах рябит? Красивые глаза. В крапинку. А, в крапинку? Такие есть, вот я вблизи смотрю. Да? Да. Ну, красавец, и уши слушай. Слоника чуть-чуть вот так надо. А, вот так, да? Да, вот так делаем. Так, вот. Хорошо. Оттопыренные слегка. Ну что, мне кажется, я удался. Молодцы. До пять. Мне понравилось. Оп. Я свежий, не жухлый. Вот. Мало пью. Суккулент. Медаль в студию.
Ир, тебе огромное спасибо за участие в нашей программе. Тебе спасибо. Цветы, Полин. Рюкзак со сладостями. Спасибо. И вот этого пса держи. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, это были Ирина Дубцова и Полина Польская, которая, конечно же, лучше всех. Прошу.